Клуб рассерженных патриотов. Это такое объединение политическое, которое сделал Игорь Стрелков-Гиркин. Более того, в этом политическом объединении они ставят своей целью в том числе участие в выборах и смену власти. Гиркин, правда, подчеркивает, что исключительно законным путем, но тем не менее. Это политическое объединение, которое своей целью видит как раз спасение, как они говорят, России. Короче говоря, оформление турбопатриотов в некоторую политическую структуру довольно сильно напрягало людей во власти, потому что война идет не так, как Кремль хотел бы. И поэтому на фоне отсутствия этих успехов любая критика выглядит для власти угрожающей. И ключевой точкой здесь стал именно мятеж Пригожина, который показал, что иногда недовольство может перерождаться в прямую угрозу российской власти. После этого, судя по всему, было принято решение мочить. Мочить в том числе и этих КРПшников.